Дорогие, милые, любимые. Так в день весны обращаются мужчины к женщинам, выражая силу своих чувств. А весной, как известно, чувство обостряется еще больше. В преддверии 8 марта теплые слова звучат с особой интонацией. В районном культурном комплексе поздравили и наградили представительниц прекрасного пола, которые работают в различных организациях района. Со сцены в этот день поздравляли мужчины. Так руководитель администрации района Алексей Валов поздравил дамы от лица губернатора Московской области, зачитав поздравительный адрес. Пусть наступающая весна подарит больше солнца, ярких красок и улыбок губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву. Поздравляем с весенним днем и хотим, чтобы у вас в жизни было только счастье. Поздравляли и, конечно, дарили подарки дамам. Так на сцену не раз поднимались достойнейшие представительницы разных профессий, многодетные мамы и просто очаровательные работницы различных сфер. Каждая из них, несомненно, вносит немаловажный вклад в развитие и жизнь района. И, конечно, многие выступавшие мужчины отметили 8 марта – главный женский день. Но дарить любовь нужно всегда. Я бы хотел пожелать, чтобы этот день длился как минимум год. Чтобы вы были любимыми вашими мужчинами. Не секрет, что каждая женщина любит получать подарки. А в день 8 марта она получает их вдвойне. Но самый главный подарок – это, конечно же, внимание и любовь. Подарками в этот день не обделили. Каждая ушла с цветами, хорошим настроением и яркими эмоциями. Артисты выступали, музыканты играли и пели. В общем, настоящий праздник весны и красоты удался на славу. Особым этот день можно назвать и для мужчин, ведь немало сил они вкладывают в процесс подготовки к 8 марта. Для вас что этот день? Что значит? С чем вот ассоциируется? Ассоциируется с заботой. Нужно искать подарок, цветы, беготня должна быть, как будто это самый-самый рабочий день. А что до женщин, то, конечно, самое главное для нас – это… Мы хотим, чтобы нас всегда наши мужчины любили, чтобы мы были любимы. Встречаем весну, любовь, счастье. Что нам еще нужно? С праздником, дорогие женщины! Вас поздравляют Лилия Тимиева, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».